Добрый день, дорогие друзья! Вы на моем канале смотрели обзорчик на предыдущий магазинчик, который находится на нейтральной территории между Россией и Абхазией. Это у нас Duty Free. Здесь сегодня и сейчас я вам предлагаю посмотреть обзор на вот этот магазин и сравнить цены можно будет с тем, который там за углом находится. Но чем дальше получается меньше популярность, тем, по идее, ценник должен быть дешевле. Но не всегда. Честно, нашли одну позицию, которая точно дешевле, чем там. Давайте зайдем вовнутрь и посмотрим, что там происходит. Какое огромное количество людей просто сюда приходит за бухличком. Так, это второй дьютик у нас получается. Уже мы зашли здесь, тоже как бы интересные цены посмотреть. Бакарди Ора за 10-20 евро. Тоже со скидками по 14 евро. Можно сравнить просто мартини 14.80, здесь по 8.40. Пивен Лавсон за 8.90. Где тут самая дешевая лодка? Ищем. По 8 евро есть. По 4.90. Евро 77. Вот, смотрите, 1.77 можно. Джизин взять. Лодка. Литровая, большая. Чья это лодка? Ну, сейчас вот на другом тут заклеено duty free, этот наклеечка. Процесс от boat in France. Французская. Французская водка за евро 77. 37,5 градусов. Продукт от Франции. Вот за 2 есть. Евро 77. Ну еще тут скидочка, наверное. Барышня, будьте добры. А если вот эту брать, вот там есть еще скидка или нет? Это, конечно. На нее есть скидка, 7%. 7%, да? Это почем она будет в рублях, не скажете? Так, 300, 200, 280, 270, где-то так. Ну вот ты прав. Почем? Это будет 170. Вот. Подождите, евро 77 будет стоить сколько? А вы то смотрите? Да. Евро. Так там не литр, там 0,5. А, все. А самое дешевое тогда литровое почем? Это почём? Вот оно, 170 рублей. Вот, тут 2 евро, ты брал 2. 177 я взял бутылка, здесь вот. Ну, минус 7%. Слушай, ну мы такую же, по-моему, за минус 14 центов. 107, нам уже посчитали, нам сказали, 170. Да, 90-90. Это будет 160. Ну, не суть. Ну, не суть, да. То есть, ну, примерно то же самое, кажется, те же яйца, только, как говорится, сбоку. Вон тут еще косы есть. Всякие, я думаю, вкусные можно взять. Ну, вот это, допустим, арабика, кофе брейк, молотый за $1.40, ну, это нерастворимые. 100 грамм. Чаи, Эрл Грей, Твинс. Уже разнообразный выбор. Шоколадки по евро. Не российские. Это другой совершенно шоколад. Не российские, из пластилина, немецкие шоколады. Конечно, это будет очень качественный шоколад. Блин, я честно, я не хочу просто ехать. Мы так с тобой на завтрак сходили, что у нас уже на часах 12.40. Я даже не могу подумать о еде. Вот я на это все смотрю, как бы особо ничего не хочется. Для сравнения, только, конечно, когда голодным надо ходить. Да, все в евро так смотришь. Мы-то зарплату не получаем, как говорится, в евро. Я думаю, для многих немножко это, когда перевести, допустим, на евро, будет шок. О, можно Pringles взять за 2.90. Это 3... Вот единица, мне вот эти 7% еще просчитывать. 2, ну, пускай 3 евро, это у нас 270 рублей, минус 7% можно. 3 евро. Ну это не дешево, хочу сказать. Конечно, дорого. Фисташки по 7.60. Ну вот такие еще пройти, как бы позиции глянуть, что может быть интересного. Шоколадки Вильям Ватсон по 8.90. Я такие, знаете, напитки даже не видел. Вот для меня, о, Белуга за 27, за 13. Здесь можно разглядеть. Даже набор есть красивый. Империал за 20, стандарт. Русский стандарт, водка. Прикольно. Мартини. По 6.90. Запомните, насколько цены отличаются, допустим, тот и этот.
синий, розы, 2840. Интересно, здесь найди майот, Ярик. Почем здесь будет? Потому что там здесь чем-то, блин. Беллис, вот это. Причем я не знал, что они разные есть. Кофейные есть, карамельный, оригинал фриш крем. Это фриш крем. Капитан Морган. Столько напитков, о которых я просто когда-то где-то слышал. Элдза тоже. Это уже местный производитель. Кавказский вин. Да. Что здесь? А вот это что такое? Господи, что тут только нема. Надо будет 4К вам это выжить. Егермейстер. Да, все верно. А еще вопрос. Лихеровка. 10. В общем, пересчитывайте, пишите, на что тут самое выгодное. Там мне парень понравился, как нам все рассказал, все показал. Это было прям очень интересно в первом магазинчике. Смотри, сколько здесь. Вот только пей. Когда не пьешь, что делать? Грустить, что ли? Бакарди, значит. Причем Бакарди сколько разных. Да, ром. 5,60. 450 рублей. Ни разу ром не пробовал. Тот момент, когда можно взять и наслаждаться. Даже... Наслаждаться ромом можно или нет, ребят? Сол 44. Вот такие. Капитан Морган мы уже видели. 11,640. 47% за 11 долларов. Там был 12. Ой, евро, доллары, блин. Почему интересно в евро? Почему не в долларах указан цель? А вот смотрите, текилу. Че по чем можно взять? Млеко. Вот такие вот наборы, 139 долларов. Джеймисон за 87 евро, точнее, прошу прощения. Смирнов, русский стандарт. Ну, люди гребут эти напитки, честно, я так понимаю, многие, может, их под Новый год затариваются, но прям вовсю. Абсент даже нашел. Почем абсент здесь? Есть за 70 рублей. Абсент. Ты пил хоть раз абсент? Да, конечно. Я ни разу не пил. Это ничего не было. Слушай, я как-то, знаешь, вот у меня хотелось какие-то напитки попробовать, я уже потратил на это денег, попробовали, но сказать, что вот они у меня до сих пор в холодильнике дома валяются, понимал. Я не видел дешевле 1000 рублей. Не знаю, может уже появился, конечно. А здесь он? 400 рублей. Можно взять за 400. Реально за 400 где-то рублей будет стоить. Потому что минус 17%, но 450 максимум, да? То есть дешевле, в принципе, не бывает. Так, Ким Роберт мы тоже смотрели. Вот он здесь. Это же Гейни Морейдж какой-то. Я таких даже не знаю напитков, названий. То есть, если кто-то хочет лучше рассмотреть, ставьте на паузу и глядите, что это. Я на самом деле это удивлен. А, здорово! Что-то да. Просто смотришь, выбор напитков зашкаливает. Народу просто, которые пришли за этим всем, то же самое. Офигеть. Чувствую, что новогодние праздники у тех, кто сюда пришел, будут прям очень веселые.
А там был. Офигеть здесь просто этих напитков. Паскода 5.70. Вон тачки посмотрели, нет? Я уже честно запутался, что мы с вами видели. За 7.90 маленький Балантайн взять. Раз это показываю, простите, я уже запутался. Он даже покатный. Но еще дешевле гораздо, еще раза в полтора, чем красно-белым. Лыковый был за 17.90, то есть 1700. Можно даже сумкой сразу купить себе. Такие наборы есть. Лейроудерс. Господи. Зависит в 1700, это получается объем литровый. Джек Дэниелс 22.50. За 17 можно взять. Говорят, что это гораздо качественнее алкоголь. Я вот сейчас не знаю, если все покупали, обязательно напишите, то есть будет интересно. Ну, Шевалье 48. Я просто смотрю, как люди любят этот алкоголь. То есть многие таких любителей, которые это любят. Джим Бим, Метакса. Вот, кстати, Метакса. Греческая, по-моему, да? Арарат. За иксу. По 10 евро, то есть по 1000 рублей. Эти бутылки стоят 1000 рублей. Выпускай 1100, там минус 17%, 7%, там сколько. То есть дешевле 1000 только будет. Сколько? Полтора литровая, ребят. Как же это все тяжело показать. Я уже, честно, устал на это все смотреть. Ну, тут, знаете, 1000 евро стоит, 1100 за десятку. Макалан. Не знаю, это за 3570. 30, точнее. То есть я уже все, плохо считать начал. В Хеннесси 262 доллара. Беллис Риджинал, мы уже смотрели, там было Виффинина с Беллисом, Армарума, я не могу назвать Майотто, где он Майотто, а вот смотрите, коктейльчики такие тоже есть интересные. Чивас Ригал, 37 евро, мне вот такой дворили, Чивас Ригал, литровый как раз таки, 3700, минус еще, ну, тот алкоголь, да, после которого с собой голова не болит. Так, чем еще не пересмотрели уже, можно
джем купить. Кстати, будьте аккуратны, мед могут забраковать, вас не пустить. Джем 260 болт. Стоит, хочется все-таки найти, где здесь будет шампанское мое. Так, уже пошли вина. Мондора. Чинзано. Я слышал где-то такие названия. Матеус тоже что-то такое слышал. Медными некоторые бутылки кажется, что стоят дороже, потому что они красиво выглядят. Но не все мое. Просто мне интересно сравнить ценник. За 3,50. Вот, мне это местные кстати. Вылезли. Отсюда. Так, смотрите, как гребут люди. Просто даже на чувака с камерой никто не обращает внимания, потому что некогда. Только подносят, выносят и уносят. И стали. Скажите, шампанское майот. Майот это? Да. Все, спасибо большое. Не видел. То есть это 5600 будет стоить. Дорого. 6800. То есть там можно было дешевле взять. Хотя, может, они просто разные, там названия чуть меняются и все. Собственно, пора искать ребят. Иначе я решился покупать. Пойдем посмотрим там еще всякие разные вкусности. €9, 500 рублей. Картон, видите, там можно взять по 9 евро. Еще по идее скидки. Сейчас почему. Ой, здесь прям запахи. Ладно, это мне неинтересно. Можно бежать. В общем, друзья, мы с вами посмотрели еще один магазинчик, второй перед выходом, красненький тоже. Пишите обязательно в комментариях, как вам ценники. Ну, по идее, должно быть точно дешевле, чем у нас в России, чтобы понимали, сколько платим государству. То есть мы покидаем его, народу просто no real, очень много. Я в шоке, на самом деле.